Добрый день. Добрый. Государственная инспекция по маломерным судам, проверка документов. Рейды специалисты Государственной инспекции маломерных судов начинают сразу же со сходом с рек льда. Выполняют их в ежедневном режиме. Работы много. Зона обслуживания нашего отделения ГИМС, водные артерии Сургута и Сургутского района. Часто выявляемые это нарушения это без технического освидетельствования. Также встречается, что заканчивается срок действия удостоверения на право управления маломерным судном. Технического освидетельствования не оказалось ни у первого капитана, ни у второго. У вас есть нарушение. Какое? Нет технического освидетельствования. Ну, только вот скинули лодку, только вот сейчас на стоянке. Только скинули вот отсюда, с оператива едем на стоянку. Записались на свидетельство? Нет, еще не записывался. Вам будет выписан административный протокол. Хорошо, согласен. Из 6 лодок, которые встретились нам за время инспекции, все документы в порядке были только на 2. Оформить бумаги можно через госуслуги или в самом отделении ГИМС на улице Нагорной в Сургуте. Госпошлина 1600 рублей. Срок изготовления до 3 дней. Штраф за отсутствие нужных документов от 2 до 3 тысяч рублей. Кстати, сумму в этом году увеличили. Это неукомплектованное судно или оно не зарегистрировано. Это как бы вот за это подняли. Если человек идет без жилета, на судне находится, штраф от 300 до 500 рублей. Новинка этого года – техническое подспорье «Беспилотник». Аппарат, который не боится ветра, поднимают на высоту до 100 метров. Дрон, управляемый с берега, позволяет экономить и время инспекторов, и бензин. С беспилотником работать проще. Его запустил, то есть идет лодка, ее сразу идентифицируешь. Смотрю в жилетах, пассажиры не в жилетах. Ну, уже стоит останавливать, нет, если видно, что нормально, все хорошо у людей. Больше всего нарушений специалисты ГИМС выявляют в выходные, с вечера пятницы до обеда воскресенья. Инспекторы не устают напоминать тем, кто выходит на реку. Вода ошибок не прощает. Такие рейды специалисты ГИМС будут выполнять до окончания навигации. На сегодняшний день по Сургуту и району выявлено уже больше 60 нарушений. По всей же Югре больше 130. Дарья Давыдова, Николай Сапожников, Сургут Интерновости.